Нижний Новгород. Интересная фотография. Мне прислали по WhatsApp и попросили. Значит, а нет, это она в Нижнем Новгороде. А это просто, я не стал тут автора и прочее. Прислали фотографию и сказали: Валерий Константинович, прошел ледяной дождь, огромный вес согнул деревья, спасибо, не сломал. Но когда это все прекратилось, они уже обратно не выпрямились. Что мне делать? Как их выпрямить? Я решил всех успокоить. Это у нас учебное кино, фильм, не фильм, вебинар. Я ей сказал, не торопитесь, никаких выпрямлений делать нельзя. Вот, у дерева есть две ипостаси. Если растет вверх, даст боковые ветки. Если растет бок, даст вертикальные ветки. Это закон природы. С этим законом борются, издеваются. Вся эта самая, чуть не сказал грубое какое-нибудь слово, которое учат выгибать, не зная, что только выгнул, полезет вверх и прочее, прочее. Я ей сказал, третью, четвертую часть вот так отрезайте напрочь. Так. Оставляете так, как есть. Можно подпорки сделать. Хотя, по-моему, они уже, они сами, нет, подружаемые не могут доломаться. Это неестественная форма, буква ЗЮ. Вот. Третью, четвертую часть отрезали, облегчили, подперли и ждите. Дальше просто-напросто с вертикальной части вверх полезут волоски. Полезет много. По несколько десятков сразу, а потом, возможно, еще и больше. И ничего страшного нет. Да, эти волоски полезут уже или из этих почек, они вывернутся наизнанку, то есть они ориентацию поменяют только так. Или там, где голые места, вот, например, вот тут вот я показываю, видите, голые места, они полезут прямо из коры, но это будут не спящие почки, как меня укоряют, что, мол, я не прав, а почки из клеток, клеточный материал. Подождите 2-3 года, и они прекрасно заплодоносят. Эти, которые почки развернутся, сразу заплодоносят на 2-й год. Вот. И все, никакой работы, долго ли отпилить? Несколько секунд отпилили, замазали. Несколько секунд отпилили, замазали. Вот, ну, подпереть не мешает. В преддверии будущего урожая. Она примет свою обычную форму. Точка. А то она хотела выпрямлять.